Всем привет, с вами ProGamer. В этом видеоролике вы просили меня сделать обзор на такое приложение, как HotTune, то есть вот. Ну а также хотел бы отметить, что это приложение доступно совершенно бесплатно на платформах Google Play или же App Store. Ну а на платформе Google Play это приложение имеет вот такую вот статистику. Статистика довольно-таки хорошая, не у каждого приложения есть и подобное. Но также перед началом самого видеоролика хотел бы вас попросить подписаться на мой канал, ведь меня смотрит большая часть аудитории без подписки. Подпишитесь, мне будет очень приятно. Но мы начинаем. Так, при входе в приложение у нас открывается вот такой вот интерфейс. Интерфейс довольно-таки несложный, разобраться в нем проще простого. Первая функция, первый раздел функции — это у нас body. То есть в этом разделе вы можете деформировать некоторые детали, то есть вот. Можно специально подкорректировать это дело под себя, чтобы так тем самым было как-то удобнее вам, если вы считаете, что определенный шаблон, то есть стандартный шаблон вам не подходит. Далее следующий раздел у нас beauty, то есть вы также можете некоторые детали деформировать, довольно-таки все очень просто. И сама функция деформации, где вы можете вручную все это сделать. Оставшиеся функции, но они под премиум доступом. Есть, конечно же, как размытие, вот довольно-таки интересная функция, где вы также можете вот просто брать так и закрашивая некоторые детали, их размывать. В общем, тоже, конечно же, довольно-таки интересно. Можете посмотреть, что-нибудь поприменять и, конечно же, добиться того результата, который вам будет нужен. Чуть ниже у вас есть такие функции, как интенсивность размытия, само размытие и его, то есть, редактирование. Также вот есть ластик, можете взять ластик и подтереть в тех местах, которых вы сделали случайно. Или же в левой стороне у вас прямо над вот этой функцией есть такая стрелочка назад и вперед. То есть это шаг назад, шаг вперед. Они вам хоть как пригодятся, убирая различные косяки, которые вы сделаете. То есть вот. Дальше самостоятельно можно отредактировать CK цветокоррекцию, то есть насыщенность, яркость, контрастность, зернистость, экспозицию, виньетку, в общем, все в этом плане. Довольно-таки тоже все очень просто и трудностей тут никаких нету. Дальше, то есть тут применяем действие, и вот в правом верхнем углу вы можете сохранить тот результат, который у вас уже получился. То есть вот, зачастую это есть весь интерфейс этого приложения. Сложности при его работе вообще практически нету, то есть вот. Если вы считаете, что я не все рассказал, я могу сделать и вторую часть, если вам это будет нужно, просто напишите в комментариях. Ну а на этом я буду заканчивать сам видеоролик, спасибо всем тем людям, кто досмотрел его до самого конца, не забудьте прямо сейчас поставить лайк и написать комментарий, мне будет очень приятно. Ну а на этом все, сейчас я буду заканчивать видеоролик, спасибо еще раз всем тем людям, кто досмотрел его до самого конца, всем пока, с вами был ProGamer, всем до новых встреч.